покрытие сотовой связи было очень плохое в течение многих лет. Это накладывало отпечаток на оперативность нашей работы, накладывало отпечаток на коммуникации, в связи, если нужно было оперативно вызвать неотложную помощь. Благодаря усилиям руководства и правительства Московской области, значит, нам удалось поставить вышку с сотовой связью. И эта связь теперь нам намного облегчит нашу работу и даст устойчивую работу во всех корпусах и отделениях нашего санатория. Нормально все, санаторий отдыхаю, лечусь. Ты что там делаешь? Есть какой-то чем заняться вообще? Процедуру лечения. Книжки читаю. Изменения в качестве связи ощутимы, лучше стал сигнал ловить. Разговаривать можно уже без каких-либо помех.